это, короче, заводится. Не, натяжку дай тихонечко. Тут молодое поколение воспитывается. Так. Пошел. Давай. Так. Все, хорош. Все. Вот. Вот так вот. Мормон завелся. О. Ничего себе. И ну не соврать, 3 года стоял, да? А, 10 же, да, 6-го года, да? С 5-го года стоял. Вот эта техника, которая была построена вся страна. Вот она. С 5-го года, оказывается, ёлки-палки. Это я вообще, блин, мы же его сюда 3 года назад притащили, они приехали. О, точно, блин. Вот это вот, по документам еще ЗИС 54-го года выпуска у нас он. Так, чуть-чуть провода поменяли, шланги поменяли окисленные, ну, колеса подкачали, и все. Ну, дымит он, конечно, как паровоз. Вот так вот. С 5-го года стоял, елки-палки. А я помню, 3 года назад мы его притащили сюда, оказывается, да? Мы же не заводили его. Это все сейчас мокрое было, пока лазили, да, испарение идет, короче. Не тяни! Все, хватит. Даже вот радиатор открывается, ёлки-палки. О. С 54-го года выпуска, короче. Как часы работает, ёлки-палки. Так, Санёк сейчас будет пробовать на нем ехать. Ты смотри, старика не обижай, сцепление помягче отпускай. У него гидроусилителя нету руля, короче. Вот так вот. ЗИС он по документам, ЗИС. Блин, даже не троит, а. Вот движок-то. Ура, Вася! Вот это да! О! Раз пирданул, значит, ездить будет. Воздух качает даже, ёлки-палки. Ох, 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 материте, блин. Вот так вот. Чё, Тимур, труды не напрасны, видишь? Покрутился, поковырялся пару дней. Вот у него еще и габариты горят. Ничего себе, блин. Так-то все работает, у него и кузов поднимался. Он просто 10 лет стоял у нас, да, без хозна. Вот. Фарах, дальний свет, ближний включи. Во. Ё-моё. Ох, блин. Ты тормоза проверь, а то сейчас лопаются диафрагмы, ёлки-палки. А вот так вот. Гидроусилитель руля у него нету. Ох, 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 ох. А чё ж ты, ёлки-палки, на круизник его не поставил мне? Ё-моё. Вот так вот. Вот сравнить этого и вот этого, да. Ёлки-палки, блин. Он ему, короче, в кабину поместится. Вот этот ЗИС этому Фреду в кабину поместится, 100%, да. Здорово, Вася, будь здоров. Оторвался,
Так. Ну все, можно гравий возить. Блин, вот на работает-то как чистенько, да. Испарение конкретно идет, да. Ё-моё. Или вода лишняя? Ну лишняя, не открывай, смотри нахрен, ты чё? А тут чё ты? Он напугал, блин. Не, ну он это испаряется, он мокрый был весь, да. Сука, укрутили этот. Нет, ты свои кап. Все, машины не подходить, ничего не трогать, Санек сказал. Ой-ой-ой-ой-ой. Вот с гушака уже дымить перестал. Все, Санек, пожалуйста. Все, работать будет, короче. Один момент. Подожди. Нет температуры. Я тебе подсветку включу. Подсветку, да, включу? Стой, не тряси. Температура 80, вот. 80. А где давление масла? Вот 5. Ну-ка газ отпусти. Здесь электрический, что ли? А, она электрическая, да. Короче, пятерка давления давит, да. О, бак. Воздух сбрасывает конкретно на нуле. Самое главное, что температура 80, да. А гидравлика? Блин. Да не, какой тут все побили, ёлки-палки, бедолаги, блин, досталось, да. Трудяги, блин. Одно стекло только вот это целое осталось. Все. Вот так вот. Ну все, он уже не дымит. Он даже не троит, ёлки-палки, да. Вот так вот. Хорош, что ли? Так. Проработал уже вот он. Несколько часов, но пару часов точно, да, поработал. Немножко. О-о-о. Чихает конкретно. Блин, работает тут вот Жигули. Громче работает, чем этот двигун. Шестерка движок зиловский. Кузов все поднимается, гидравлика все работает. Насос работает как положено. Ну, текет, правда, да, гидравлика. Цилиндр. О-о-о. Да, цилиндр текет у него. Основной. Ну и прям на глушак, да. О-мое. Вот у него пердун-то, блин. Что, газольку прибавил? А ну-ка выключи габариты, еще раз включи, Саню. Все они работают, да? Ну-ка. Оба-на. Блин, наверное, лампочкам еще лет 50, да, уже, наверное, да? Да, там кто знает, какие лампочки стоят, да, советские еще, блин. Не то, что сейчас, да? А в задней габариты все горят, ну-ка? Один. Правый. Хо-хо-хо-хо-хо-хо. Бедолага, ё-моё. Ну, под номер даже подсветка, да? Ну, у нас ПТС-ка, мы просто ее с учета сняли, да, до того, как закона, как за списание. Можно на учет обратно поставить его.
А спереди габариты, а ну-ка. Нету, что ли? Габариты включил? Там масса хреновая. Масса плохая. Стой, подожди. Нет, не здесь. А габарит-то почему горел же один? Ну, походу, здесь лампочка в манде. Надо лампочки поменять, да, вот здесь? Здесь горело. А, во-во-во-во. Ну. Вот, горит что? Поворотник, ё-моё. А, это поворотник, что ли, ё-моё? Ничего себе. Это поворотник, что ли, был? А ну-ка, кручи-ка. Сзади поворотник горит, да? Ну-ка. Обалдеть можно, да. Ну, это они все еще родные все, да. Ну, что-то ж должно не работать-то, ёлки-палки, да? Не, право не работает, короче. Ого, что, лампочка горит поворотника? Сзади не горит? Нет. Ну, это сигнализирует, что один поворотник сгорел. А, это контрольная лампочка, да? Компьютер, да? Это электроника, да? Вся электроника. Вот такая электроника у него. Сигнализирует, что лампочка не горит, да, нифига себе. Вот Сталин-то давил последние годы, что аж, блин, контрольная лампочка есть, ёлки-палки. Ладно, блин. Наверное, уже бензин сейчас закончится, двадцатка у него, да, сколько работает уже. Ничего себе, блин. Блин, ну кайф-то такой, а, он работает. Он, главное, работает. Ё-моё. Настоящий двигатель, да. Походу, миллионник, да,